Всем привет-привет! Сегодня обзор на теплые колготки. У нас не за горами зима, с каждым днем все холоднее и холоднее становится, поэтому на страницах каталога, конечно же, появляются теплые аксессуары, в том числе и колготки. Сегодня рассмотрим колготки плотностью 200 ден. В чем же их преимущество? Итак, колготки 200 ден, в картонной упаковочке идут, на обороте размерная сетка. Стандартная, как и у всех, у меня цвет черный, размер М. Эластичные колготки из хлопка и произведены по технологии двойной поверхности. Сейчас посмотрим, в чем же ее уникальность и вообще интересность. Как это так? Вот они, хорошо тянутся. Эластан даже вот у меня пополам они свернуты, и они прекрасно тянутся. Итак, рассмотрим поближе. Широкий пояс, удобный широкий пояс, где-то сантиметров, вот так вот, сантиметров 5. Ширина пояса 5 сантиметров. А что характерно? Ластовица в размерах XS и S есть, и в размерах M, L и XL идет двойной шов. Сейчас покажу, что это такое за двойной шов. Смотрите. Вот его прям видно, вот так. Вот он шов пошел, и вот он шов пошел для удобной посадки. И этот шов переходит у нас, вот они, штанины, и переходит в такую треугольную как бы ластовицу. Вот так они выглядят. Такова ластовица. Что дальше? Пяточки у нас нету, у нас усилен мысочек. Шов, усилен мысочек. Пяточки нет ни с одной, ни с другой стороны. Вот так. Очень эластичные, хорошо тянутся. Посмотрим внутри. Внутри есть начес. Так называемая вот эта двухслойная поверхность, которая создает иллюзию такого вот утеплителя, начеса, я бы сказала. И это... Ой, это у меня тут прилепилось от вязания маркерчик самодельный. Так вот. Она, знаете, вот такое, как велюровая такая поверхность, утепленная. Это действительно как вот утеплитель идет. Если у нас сверху идет эластан, как обычная эластиковая колготка, а внутри у нас идет вот такое вот бархатное велюровое покрытие, за счет чего идет удержание тепла. Это хлопковые колготки с эластаном и полиэстером. Хлопок удерживает тепло, полиэстер — это вот этот вот начесик идет из хлопка, ну и эластан, как обычно, для того, чтобы колготки тянулись. Колготки не маломерят, потому что я уже не первые колготки покупаю, все индивидуально, покупаете свой размер, не покупайте размер меньше того, что вы носите. Обычный размер, как в магазине, покупаете, и тогда у вас не будет никаких проблем с колготками. Вот такие вот колготочки 200 ден. Однозначно рекомендую к покупке, чтобы ногам было тепло. И опять же, понимаете, все зависит от того региона, где вы живете. Возможно, кто-то и проносит всю зиму их, потому что они действительно теплые, плотные, 200 ден. Утепленные колготочки. Но и если вы в южных широтах живете, в южных регионах, то уж точно всю зиму проносите без проблем и не замерзнете в них. Я думаю, даже вот зимой, в зимних таких северных регионах можно смело их одевать и носить. Все, вот такой был мой обзор на колготочки